нормально? Да. Це я буду говорити. Так декотрі ж не кажуть, у нього язик вже не повертається, вже хоче сказати, а не може вже язик. Ні, взагалі хорошо, я. Зараз що ти, розслабляєш душі? Так. Обычно. То есть ты сейчас ничего, никакой разницы не происходит с тобой, нет. Ничего не менее. Ну, хорошо. Не разморил, да? Нет, полежишь, поспать. Ну да, вот это вот есть. А шум прошел? Нет. Так и шумит, да? Угу. Ну, по-видимому, шейный отдел подтянуло, если шум опять появился. Да? Может реакция на иглы, может на массаж. Может нестабильность. Да. Ну, пока не туда-сюда будет гулять. Нормально? Да. Закрався чи больно? Та ні, просто не ожидав, що то місце, воно... Задати йому ромбовідно і покрути. Чувствує чи ні? Диви, оце він крутий, ти повинен не видержувати таку боль. Оце всі мені зараз так загнати, чуть-чуть його крутити, я її не видержу, і він теж. А ти не чувствуєш. Мені заганяти ніяк навіть. Да. А ти їх не чувствуєш, оце теж рецептори не зв'язані, не передають. Через несколько сеансов оно будет больнее, больнее, и потом ты не выдержишь такой боли. А сейчас оно у прибытии мышцы, полумертвое, понял? Я понял. Короче, я его не буду загонять. Просто поверхность, поколи... Неплохо не стоит? Нет. Пока мы с ним, бачишь, пока мы с ним сознание теряем, надо осторожно. І так я вже густо проколов. Та я бачу. Так, встаємо потихоньку. Що зараз? Голова кружиться? Та ні, мама. Ясніє стало. Ну ти хоч порозумів. А то ж ти прийшов взагалі такий жовтуватий. Ну, да, може бути таке. Що, одягатися? Та подожди, сейчас все проверим все. Потом будешь одеваться. А вообще пройдись, а может что-то по спине поменялось? Не, ну легче стало, потому что. Типа вот так ты больше не делаешь. Так, вот так? Вот так, пока весь не делаешь. Потом не, я ж... Ты можешь сместить то, что я поправил. Я понял. Недели две так не делаем. Угу. Понял? Нет, хорошо, легче распрямились. Ну вирівнявся, ну стань, подивися, те, що тебе закручена була рука вліво. Ну, почти однаково, але все одно чуть-чуть більше. Ну, трапеція чуть-чуть опустилась, але все одно вище вона. Садись. Лоб сюди вже. Шия далі стала поворачуватися. Бачиш, шия лягає на живот. И мягче пока. Не, ну сюда иди, да. Вот так. Ну я назад. Почти одинаково. Если бы ты бы сейчас не ставил, я бы не заметил бы, что ты левая рука дуще вперед. Вначале было крепко. Садись, меняй давление. Thank you.
чуть-чуть тихо, бачиш? Ну, хорошо хоч не піднімається, тому що некоторі скакають сразу так, що а в тебе чуть-чуть даже пару. Так от, на сьогодні все. Взагалі треба полічитися.